И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю страдать фигней. Честно, я очень сильно устал и решил сделать такой маленький опрос. С чего все началось? Помните, да, я говорил то, что при там лютопижару и так далее. Я полетал по серверу, я нашел там 100 плюс левел, а это мясом томить 4,5 часа. И тут я уже понял, что да. Да, это немножечко все. Я начинаю заходить в тот самый тупик, когда у меня просто нет возможности томить подолгу всех своих питомцев будущих. И тут как бы очень быстро пришла мысль в голову, а не закончить ли мне сезон? Да, сезон получился такой короткий сравнительно, но на других каналах он бывает сезоны и того меньше, и менее продуктивные. Вот. Поэтому как бы я решил, что, блин, давайте я закончу. Или же давайте я продолжу сезон. Тогда я уже буду думать, как и что мне снимать. То есть, тогда уже буду обдумывать, что будет впереди, что будет дальше. В понедельник у меня выйдет серия. Я ее уже снял, она у меня выйдет, все нормально. То есть, как бы, так что не переживайте. В понедельник еще будет старый сезон. 100%. Вот. Возможно, во вторник я еще сниму серию, так сказать. Подытоживать, не подытоживать буду. Там уже будет видно, что да, когда, где. Вот, посмотрим. Во вторник тоже выйдет серия, в общем, с официалки, это без вариантов. Смотрите, что у меня есть в группе ВКонтакте. Также ссылка будет в описании. Нажимаем, переходим на опросник. Тут все легко и просто. Продолжать ли мне сезон и дальше на официальных серверах? Да, продолжай снимать на официалке. Нет, не продолжай, переходи на большие рейты, собственно, как я уже говорил. Или же, нет, не продолжай, переходи на модифицированные сервера, собственно, как я уже говорил. То есть здесь у вас уже, опс, здесь у вас есть уже выбор. То есть вы можете выбрать, да, нет и нет. По факту, мне вот это вот, да, то есть для меня вот этот вариант подходит, то есть просто закончить уже мучиться, тоже как вариант. Нажимаем. Отлично. И здесь уже, собственно, дата создания опроса 21 июля. Дата завершения опроса 23 июля. В конец, под самый конец дня он закончится. Я очень рассчитываю на то, что Rush Federation... Нет, не продолжаем переходить на рейды. Тут даже написано, откуда голосует. Отлично. Мне это, возможно, как-то поможет. Не знаю. Вот. Ну, поможет хотя бы узнать, откуда вообще вы, люди, на моем канале смотрите. Да, кстати, будет интересно. Надо будет поглядывать сюда. Я надеюсь на вас, что вы будете голосовать. Как видите, три опроса, то есть я на вас очень сильно рассчитываю, потому что смотрите-то вы, а снять-то говно я и так могу, без заморочек. Ну, кстати, да, мне еще не зарейдили, да, спойлер, конечно, но все же, вот, так что не переживайте. Здесь вот люди у меня в комментариях уже пишут, все нормально. Вот. Мочить таких, даже на ПВЕ таких крысят, сливают. Да, мочить таких надо. Но как-то я уже устал. В одного тяжело все это делать. Поэтому как бы я так устал. Уже очень просто устал тратить. Ну, прикиньте, 4 часа томить топижару 100-го левела, 90-го левела, 4,5 часа томить мясом. Уж извините, яйца аллозавра я просто так явно не достану. Вот. Поэтому как бы такие дела, я вот на вас рассчитываю, заходите в группу ВКонтакте, там все есть, ссылочку я также поставлю в описании, вот на эту голосовалочку, так что все просто будет супер, ну-ка интересно, если я еще раз перейду. Не хочу голосовать, но давайте еще раз нажму.
А, не про канал. Не про канал, отлично. Фу, значит, накрикивать не будете. Все здорово. Значит, только чисто живые люди. Ну-ка. Да, все нормально. Только чисто живые люди показываются здесь. Все здорово. В общем, ссылочку я оставлю обязательно в комментариях. Так что я очень на вас рассчитываю. Кстати, да, если кто не заметил, у меня еще новая иконка на канале. Можете ее тоже оценить. Здесь люди уже оценивают. Вот, я, кстати, да, выкладываю серии. Ну, кстати, опять-таки же, сколько уже? 16, 17 где-то, ну, около 20 серий в сезоне, а это практически месяц, это дофигища, если так уж на это пошло. Я очень немалого добился за этот период. Кстати, вообще, заходите в группу ВКонтакте, здесь много чего интересного. У меня есть ваши скрины, то есть туда можете свои скрины выкладывать, если они довольно-таки интересные. Вот, такие вот дела. В общем, короче, народ... Я очень на вас рассчитываю, то, что вы проголосуете за тот вариант, который вы реально считаете нужным. Если считаете, что на официалке еще можно продолжать, блин, я на вас рассчитываю, жмите на официалку. Хотите, чтобы на модифицированный сервер перешел? Я еще пока что не решил, какой будет глобальный мод. Это будет потом. Я, как вариант, может быть, опять буду сделаю голосовалку. Тоже вариант такой хороший. Вот. И уже пойдем туда. Вот. Ну и переходить на большие рейды. Ну, наконец-то я перестану мучиться. Вот. Как вариант, также будет PvP. Посмотрим. Посмотрим, что будет. Когда как будет. Вот. Ну а пока что самое главное, это узнать у вас, что, когда, где. Кстати, да, просмотров уже практически. Вот прям буквально завтра, я думаю, уже будет 600 тысяч. Подписчиков 3366, это, конечно, да, у меня подписчиков количество не прибавляется уже давненечко. Так, плюс-минус туда-сюда. Завтра, я думаю, продолжим стрим по Донстарт Гетта. Да, будем продолжать, будет вторая серия. Обязательно я эту штуку не заброшу, как я это обычно делаю всегда. Вот. По субботам, я думаю, будем играть. Ну, может, не по субботам, но обязательно раз в недельку, да, Донстарт будем проходить. Так что приходите на стримы, будем общаться. Можете там также писать свое мнение по арку, пообщаемся. Вот. Ну а что, видео и так уже затянулось. Я думаю, сейчас я сниму, досниму, так сказать, и сразу же его выложу в сеть. Так что, да, такие вот дела. Просто я же, честно, устал. Устал думать о том, что делать дальше. Вот если уж на то пошло, устал думать о том, что делать дальше. Вот, кстати, можете писать в комментариях свои варианты, о чем снимать серии. Фу, тоже вообще идея неплохая, так что я на вас тоже рассчитываю. Самое главное, я рассчитываю на вас, это вот эта голосовалка, от этого будет зависеть. Вообще, я думаю, лучше вместе с вами делать контент, а именно почаще делать голосование. Я бы сделал бы чисто в ВКонтакте, но вы же прекрасно понимаете, что не у всех сейчас доступен контакт. Поэтому я сделал именно вот так. Голосовалочка отдельно от контакта. Я очень рассчитываю, что к ней у вас у всех будет доступ и все будет хорошо. Если же не у всех, ну пишите так в комментариях. Извини, чувак, я не могу проголосовать, но я вот хочу вот за вот это проголосовать. Я это тоже учту. Наверное. Я такой человек. Вот. Ладно, народ, все, на этом уже точно все. Спасибо вам всем за то, что продолжаете смотреть мои ролики. Вот, сегодня уже просмотрел людей 84 просмотра. Неплохо, неплохо. Конечно, стартует не слишком сильно хорошо. А, кстати, можете написать, как вам такие вот оформления, вот это вот кривенько-косенько текст. Нравится вам, не нравится. Тоже можете написать в комментариях, я на вас рассчитываю, тоже в этом плане. Вот, устраивает вас такое оформление, или же нет, или же оно что-то не очень, как-то слишком громоздко, плохо видно, и все в таком духе. Да что ты за говно делаешь? Вот, там, типа, делай название покороче, я устаю читать на картинке. Вот, и все в таком духе. То есть, пишите все в комментариях. Я устаю, знаете, в одного все это придумать, потому что в одного реально тяжело все это взять и придумать. Кстати, что насчет базы-то? Я все же так прощаться-то. Я всегда прощаюсь, то очень долго и счастлив. Насчет базы.
Я как вариант кому-нибудь ее отдам просто. Если меня не зарейдят, я ее просто кому-нибудь отдам. У меня там есть динозавры. Опять-таки же повторюсь, заспойлерю вам. База там. Да, там база. Вот. Как понимаете, у меня уже есть анкилка. Додик. Кстати, додик прямо сейчас я его прокачал. Я вам потом покажу серию. Неплохо я его прокачал. Суперский. Хоть и маленький, но суперский. Вообще. Ой, бобрик, кайфую на бобрике. Плавает быстро, меня прикалывает. Вот. Хотя я ему не скорость ничего не качал. Ладно, все, народ. Вот на этом уже точно все. В общем, все, что думаете, пишите в комментариях. Даже крики «Мне базу!» Вот, тоже проканают. Я подумаю. Вот. Поэтому, как бы, самое главное – это голосовать. Потому что это нужно не только мне, но и вам. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.